Доброго времени суток! Сегодня делюсь рецептом очень вкусного и простого пирога. Для начала завариваю очень крепкий чай. Я оставляю его на 10 минут. За это время подготовлю тесто. Муки просеянной 250 грамм, добавляю к ней сахар и немного перемешиваю. Добавляю варенье 2 столовые ложки, растительное масло 80 миллилитров и заливаю все это чаем. И все хорошо перемешиваю. Вот такое вот жидкое тесто должно получиться. Добавляю соду 1 чайную ложку, уксуса 1 столовую ложку. Тем самым гашу соду и все хорошо перемешиваю. Беру форму, у меня форма 22 сантиметра. Дно формы смазываю сливочным маслом. И всю форму посыпаю мукой. Немного разравниваю, чтобы мука распределилась по всей форме. По бокам также все посыпано мукой. Выкладываю тесто и выпекаю в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Пирог готов. Проверяю на готовность шпажкой. Можно украсить всем, чем захотите. Я украшаю сахарной пудрой. Разрезаю пирог на порции. Вот такой простой пирог получается. Все ингредиенты найдутся на каждой кухне. Всем желаю приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео. Вашим комментариям я буду очень рада. До новых встреч. Пока-пока.